Мы проехали 1500 километров. И вот, наконец-то, мы в Анапе, мы на море. Время 6 утра, мы кайфуем. О, здорово, братан! А ты как в Анапу попал? Я на тусовку приехал. Ага, ты на тусовке? Ну да, вот видишь, кайфую. Хоть крысы, блин, в Анапу тебя привезли. Друзья, утро. Город-курорт. Анапа. Мы с Грицом на тусовке. Центр города. Вообще-то не забывайте. Не забывайте. Центр города. Угу. Как так получилось, что мы с тобой оказались в Анапе? Город-курорт. Брат, я не знаю, как так получилось, что тут людей вообще нет. Пусто. Брат, но сегодня днем будет жара. На пляже. Кайф. Друзья, вот оно море. Вот она, родненькая Анапа. Как же хорошо на море, друзья. Настроение, кайф. Просто кайф. Водные стаканчики с баклажем. Раз. Не анализ. Так, вино полусладкое. Кайф, сервис. Это уровень. Анапа ждет. А еще говорят, Гриценко и Ебаров топчики. Вот кто топчики. Общалась. А к кому ты идешь на нашем проекте? Давай так. Мне нравится, допустим, Иосиф, но я знаю, что я с ним никогда не буду.